Добрый день, коллеги и гости моего канала. Закончился активный период в пасечном сезоне. Пришла осень. А с осенью и заботы по снятию магазинов, корпусов и с сохранностью нашего золотого запаса – это суши, сушнины, без которой пасека не может существовать. Вот и у меня тоже, значит, сезон закончился. Появилось новое сотохранилище, мечта пчеловода, наверное, каждого. Вот такое вот дверь с окошком смотровым, чтобы можно было наблюдать за горением серы. Здесь в сотохранилище сложены магазины, которые уже не нужны, увы, на пасеке. Гнезда еще не собирал, буду собирать где-то числа с 15 октября, поэтому пасека еще в поле стоит, значит, место есть. Ну и сейчас я буду обрабатывать свою сушку серой, поэтому хочу показать как бы в действии, потому что когда заносил магазины, уже обнаружил, моль присутствовала на рамках, а естественно, раз моль была, соответственно, отложила уже яйца, а может быть появились личинки, поэтому придется пока на улице тепло пару раз обработать. Но я заметил, что после обработки, вот до следующего сезона, целое лето на следующий год, моли в сотохранилище нету. Значит, ну что, приступим. Пожарная безопасность прежде всего, поэтому я импровизированно изготовил, поставил бочку, ведро. А в ведро еще кастрюля. То есть, потому что сера имеет свойство текучести. Она горит и течет. Значит, и может, если, допустим, отнестись вот к поджогу серы халатно, то может случиться такой инцидент, когда сера растечется горячая, значит, и можно спалить практически все сотохранилище. Значит, серы на 1 кубический метр от 30 до 50 грамм необходимо. Ну, так в литературе говорят, поэтому и я вам говорю. 30-50 грамм. Значит, у меня здесь где-то 60 кубов, вот 3×6=18, где-то 1,8 кг, ну 1,5 кг на глаз. Я насыпал серы вот таким вот образом, но ее плохо поджигать, поэтому поджигаю ее с помощью сухого горючего. Сейчас посмотрим, как это дело делается. Значит, обыкновенное сухое горючее, оно разное продается в магазинах. Берем, поджигаем. Ну, хочу предупредить, что после поджога сухого горючего, и когда положите на серу, значит, нужно быстро уходить с помещения, потому что сера очень едучий такой химикат, что можно травануться запросто. Значит, не вздумайте никаких противогазов, ничего. Подожгли и уходите с помещения. Вот так вот горит это горючее, сухое. Все. Значит, теперь дождемся, пока эта сера сгорит, заполнит объем сотохранилища дымом, газом, и пойдет дезинфекция. После этого, ну, дня 4 сюда точно не зайдешь, потому что дышать будет нечем. Вонь будет стоять ужасная. Тут не то, что моль, все пропадет. За дезинфекцию, значит, в сотохранилище, за дезинфекцию в рамках я уже
в ролике в предыдущем рассказывал, поэтому в конце будет заставка, можете перейти на этот ролик и более подробно посмотреть, какие же все-таки преимущества серы, значит, над другими видами обработки от моли. Сера еще в колхозах, значит, или на пасеках колхозных, серой обрабатывали помещение, где хранится сушь, и саму сушь обрабатывали. Значит, вот она горит. Ну, пусть горит, а мы уходим с помещения, значит, и закрываем дверь. Смотровое окошко, нам видно, значит, вот эту вот бочку, там горит огонь, но сера еще слабо разгорелась, поэтому как бы дым мы с вами попозже посмотрим. Значит, ну вот уже комната сизая, хранилище. Но, тем не менее, хочу вас предупредить, пламени-то не видно, но сера горит. Сера горит маленькими синими язычками, вот. Так что не вздумайте потом заходить и смотреть. Значит, ориентируйтесь потом, как комната или хранилище заполняется вот этим вот дымом. Значит, если комната хранилища заполняется дымом, значит, сера горит. Потому что можно вдохнуть, в глаза попадет. Поэтому техника безопасности, личной безопасности прежде всего. Ну вот, уже процесс пошел. Понаблюдаем дальше. Ну, и последний этап, в принципе, больше здесь делать нечего. Потому что наблюдать незачем. Видите, да, что все судохранилище заполнилось дымом, плотным, сизым. Ничего не видно. Дезинфекция идет полным ходом. А за окошко Николаю Романовичу большое спасибо. Я у него подсмотрел. Значит, и оно как раз пригодилось. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Если кому-то, может быть, стало полезным видео, ставьте лайки.